Что за зараза такая рыба? Возле берега фактически прыгает, а ловиться чуть подальше от берега не хочет. Но здесь, скорее всего, наверное, щучка. Да? Мальчик, ты помнишь, как ты утягивали мальчик? О, вот она, прям только что я не успела подойти. Прям аж допрыгивают вверх. Вот, вверх подпрыгивают, пузо их белое видно. Ловят мальков. Ну, видишь, вчера здесь тоже мужчина на этих... На живцов ловил карасиков. Такие приличные. Сантиметров по 15 выпустил. Штук 10. 15, что это караси? Ну, поменьше. Сантиметров 5? Нет, не 5, они вот такие какие были. Того, ну, вот такие вот это и были сантиметров. Ну, сантиметров 10. 5-10 сантиметров. Ладно, уже ошиблась, бывает. Вот они же, наверное, тоже здесь как-то где-то приживутся. Сидит, лыбудает. Вот там люди и с этими лодками пришли, прозагнали простых рыбачков. Говорят, умахивайте. Себя с ума жили. Нет окрестности. Вон, видите, какие у нас красивые. И вода, вроде бы течение чуть поменьше стало, чем было. Было вообще офигенное, как мы пришли. Ветер был сумасшедший, течение сейчас чуть-чуть поменьше стало. То вначале пришли, клевало, а сейчас вообще опять тишина наступила. Надо было еще раньше ехать. Еще, говорит, раньше надо было. Ну, в принципе, пока тепло, можно было пораньше. Сегодня выходной день. Глянь, ну, сама, как мальки разбежали. Сегодня выходной день, сегодня рыбаков много именно как с берега, как и с удочек, с фидеров. Кто с чего ловит. Сегодня таких много. Сегодня лодочников нет. А среди недели мы были здесь. Одни лодочники были, ни одного рыбака. А сейчас он вдоль всего берега. И уток сегодня нет. Вчера целая стая напротив. Но он там в кустах был, на том берегу. Сегодня нету. Конечно, нет. Да не, близко, видишь. Чуть крутнуло и сразу все.